Всем привет, меня зовут Виктор, и это Horizon Zero Dawn. Движемся к финалу. Близимся к финалу. Ресурсы на исходе. Купить не у кого, нечего. Элой, иди, мы их задержим. Взгляните на истинное солнце, демоны тьмы. Это еще что такое? Лежит большое непонятное. А это этот истребитель, или как они там их называют? Или нет? Блять, а здесь что, костров нету, да? А, то есть, а нет, ну костры вон активны, да, в принципе. Началось. Аид шлет сигнал. Что делать будем? То есть надо как-то туда наверх забраться, да, и Аида наебнуть. Вали отсюда, малец. Ух ты. Сколько истребителей очухалось. Ебать, вот тут. Нихера себе. Если Аид начал передачу сигнала, значит, он прорвал оборону. Но авангард Эренда. Мне нужно погиб. Наверх. Похоже, сталь.
Сталь не оказалась крепче железа, да? Или, может быть, вам нужно было не четверых, блядь, брать с собой, а 400 человек? Нельзя останавливаться. Вперед! Я знаю, что это будет непросто. Медлить нельзя. Ну, не очкуй, у нас обратного отсчета нету. Обратный тайминг не идет, поэтому все нормально. Можно без паники, да? Они же... Элой! Это Элой! Но... Мы думали, ты пала на Кряжа. Нет, это Кряж упал на меня. Времени остается мало. Я сражусь с Саидом. Не одна. Это мой бой. Я не вправе звать вас. А мы и так туда собирались, да? Да. Железный бес падет. О, все солдат. Нужно вооружиться. Другого шанса не будет. Охеренно, да. Ладно, пошли. Тут вооружаться-то нечем. Да иди давай. И что? Ёпты, студей.
должны. Богини, все они сражены! Thank you.
Берегись, Элой! Машины! Дайте нас окружить! А чё она красная вся стала? Так, ладно. Сущность просчиталась. Он привел других зараженных, Элой! Уничтожьте сначала их! Эти машины никак не уймутся! Привел подкрепление. Oh,
дороги! Никогда не видел столько машин! Атакуйте новые машины! Thank you.
системе. Я не просто угроза. Главный блокиратор готов. Для включения назовите имя и ранг. Элизабет Собек. Альфа Прайм. Главный блокиратор включен. Стираю протокол истребления. Да уж. Копье-то забери. Не хочешь собирать копье? Капец, а так мы супер крутой доспех так и не нашли. Прости, Гея, что-то задумалась. О чем я? О вашем детстве. А, ну да. И, короче говоря, у меня был детский набор электротехника, но я прикрутила к нему аккумулятор и солнечную батарею, и трава загорелась. А от травы высокая сосна. Ей было, не знаю, наверное, лет 100. Вопрос. Сколько вам было? 6. Мама была дома, к счастью. Она сразу же вызвала пожарных, а потом вывела меня на лужайку и показала мертвых птенчиков. На сосне были птичьи гнезда. Вопрос. Что вы чувствовали? Я не знаю. Я вроде орала, что мне плевать. Тогда мама взяла мое лицо в ладони и сказала... Вопрос. Что она сказала? Что не должно быть плевать. Сказала Элизабет. Самый острый ум ничего не стоит, если он не делает мир лучше. Надо направлять свой ум на что-то полезное. Служить жизни, не смерти. Вы часто рассказываете о матери, но у вас нет детей. Как-то не успела. Наверное, это и к лучшему. А какие качества вы бы пожелали для своего ребенка? Наверное, я бы пожелала ей любопытства и воли, несгибаемой силы воли. И иметь сострадание, чтобы
исцелить мир. Хоть немного. Нашла ее все-таки. Не, ну я бы костюм хотел найти, конечно. Странно, она что-то это в костюме совсем не разложилась. Что там за костюм такой? Не, игруха прям охеренная игруха, конечно, аж прям до мурашек прям. Атмосфера тут, конечно, прям. Тут еще, в принципе, проходить и проходить ее. Допроходить, доделывать. Ну, может быть, и досниму отдельные выпуски. До прохождения, прохождения вот этого всего. Так. Посмотрим уж. Досмотрим концовочку. Практически 30 серий. Это сколько часов? 50, наверное, игрового времени. И то не все пройдено. Я, конечно, ожидал что-то вроде того, что все машины будут отключены. И останутся только люди, животные, ну, все такое не механическое. Но, видимо, нет. Какая тут скрытая кат-сцена будет, еще что-нибудь уже досмотреть.
то здесь есть отдельные человеческие анимации, лицевые анимации. Еще какие-то анимации. Блин, может когда-нибудь я решусь эту игру перепройти, только уже полностью там прям изучив, исследовав весь мир, все котлы зачистив. Я ее, кстати, когда смотрел у стримеров, эту игрушку, она мне не казалась там сильно интересной. Ну, такая, да, необычная игрушка. А вот когда начал проходить, то прям... Прям погружаешься в это все, и такой кайф.
Ох, закончились благодарности все. Здесь уже не буду смотреть все. Старый друг, помнишь меня? У меня еще столько к тебе вопросов осталось. Есть о чем поговорить. О твоих хозяевах, например. Тех, кто пробудил тебя сигналом. От знаний одна сплошная польза, правда же? Мне показалось, или будет вторая часть? Костюм Забияка Карха защищает от огня. Хорошо. Поздравляем, вы победили Аида и защитили мечту Гея о возвращении с Земли. Мир восстановлен до состояния на момент начала задания «Грозная тень». Прямо перед финальной битвой землян у вас сохранится все снаряжение и весь накопленный опыт. Кроме того, теперь вам доступен режим «Новая игра плюс». Он позволяет начать игру сначала, сохранив все предметы, снаряжение и навыки, полученные в ходе этого прохождения. Создан файл «Сохранить новая игра плюс» с информацией об имеющихся в игре предметах, снаряжении и навыках. Чтобы запустить этот режим, выберите в главном меню «Новая игра плюс». Также вы можете создавать новые файлы снаряжения при помощи меню паузы. Спасибо за игру, команда разработчиков Horizon Zero. Horizon. Перед лицом смерти, да? Чё, блядь, всё красное это стало? Похоже, это баг какой-то, да? Похоже, это просто баг какой-то. Так, давай я сейчас добегусь до сюда. Сохранюсь. Не, нет, я вот так сохранюсь. Через G. Ладно, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч.